30 января 2016 года. Доклад о вооруженных силах России. Когда войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана Баграмяна освобождали от вермахта город Кёнигсберг, они, скорее всего, даже не подозревали, что спустя менее чем через полвека сам город и Калининградская область будут самым западным форпостом России, отрезанным от основной территории страны и граничащим с двумя странами-членами враждебного военного блока – Альянса НАТО. Особое географическое расположение региона означает то, что Калининград играет важную роль в отношениях между Россией и Западом. В случае, если отношения между двумя сторонами будут ухудшаться и дойдут до состояния военной конфронтации, Калининградская область будет играть ключевую роль. В свою очередь, после начала войны в Украине и воссоединения Крыма с Россией, польские СМИ выложили несколько сюжетов касательно возможной военной кампании польской армии против базирующихся в Калининграде российских сил. В других странах Запада СМИ стараются придать проводимым России морским и воздушным операциям в Балтийском море образ нелегитимности, что также дает повод предположить то, что общественность готовит к возможной военной операции НАТО против анклава. Усиление военного присутствия НАТО в странах Балтии под предлогом защиты этих стран от так называемой агрессии России уже угрожает военной изоляции Калининграда и снижению способности России оборонять данную часть своей территории. Еще больше осложняет ситуацию тот факт, что единственный сухопутный маршрут между Калининградской областью и основной территорией России, не проходящий через страны НАТО, пролегает по территории Беларуси, чье правительство также может стать целью ориентированной на Запад цветной революции. Кроме того, нетрудно представить то, что Запад примет пакет односторонних санкций в отношении Калининграда по типу ранее введенных санкций против Крыма. Таким образом, возникают естественные вопросы. Чем же так важен Калининград и какие есть силы для его обороны? На территории Калининградского оборонительного района, входящего в состав Западного военного округа, расположены штаб Балтийского флота, а также единственная в Балтийском море российская база военно-морского флота с незамерзающим портом, которая находится южнее баз военно-морского флота в Финском заливе с замерзающими портами, по типу портов Кронштадт и Санкт-Петербург. Кроме того, там же расположен судостроительный завод «Янтарь», один из крупнейших судостроительных заводов России, способный строить крупные надводные корабли. Помимо этого, в Калининградской области расположена система предупреждения о ракетном нападении, радиус действия которой покрывает большую часть Европы. Еще большее значение имеет тот факт, что Калининградская область может служить в качестве стартовой площадки для запуска баллистических ракет «Искандер-М», крылатых ракет «Калибр» и тактических самолетов, которые достигнут планируемые к созданию в Восточной Европе объекты американских систем противоракетной обороны, а также нанесут удары по железнодорожным развязкам, аэропортам и морским портам, которые НАТО может использовать для переброски своих сил. Таким образом, Калининград является важным элементом российской доктрины неядерного сдерживания. В связи с этим, в случае продолжения противостояние между Россией и Западом можно ожидать рост базируемых в Калининградском оборонительном районе сил. И хотя в данном районе в настоящий момент отсутствуют развернутые на постоянной основе дивизионы «Искандер-М», а единственная 152-я ракетная бригада имеет на вооружении только оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», Россия в ходе военных учений временно перебрасывала «Искандеры» в Калининград в мае 2015 года. В настоящий момент в составе Балтийского флота нет кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Однако уже запланировано строительство легких фрегатов, оснащенных данными ракетами. Когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании 3 новых дивизий в составе сухопутных войск Западного военного округа, приближенные к военным кругам источники уточнили то, что данные дивизии будут базироваться в Калининграде. В настоящий момент в регионе находится только одна мотострелковая бригада, одна укомплектованная на четверть бригада морской пехоты, один истребительный авиационный полк, один полк ЗРК С-300, а также вертолетные эскадрильи. Увидим ли мы превращение Калининграда в крупный милитаризированный аванпост России, ощутим ракетными батареями и обороняемой мощной сухопутной группировкой войск, как это стало с Крымом. Многое зависит от дальнейших отношений между Россией и Западом. Судя по всему, перспектива укрепления Крыма используется в качестве козыря, который Россия может применить, чтобы вынудить НАТО и США вступить в переговоры. Именно поэтому система обороны Калининграда является тем барометром, который, так же как и Крым, отображает состояние отношений между Россией и Западом.